Глава 25. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Если счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его». Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль.